Каждая встреча участниц проекта «Рожденная побеждать» — это возможность получить практические рекомендации на актуальные темы и познакомиться с новыми людьми. Не стал исключением и этот мастер-класс. Сегодняшняя встреча будет достаточно интересная. Это самомассаж, это методика ухода за лицом женщины в домашних условиях. А поскольку наши участницы не всегда далеко имеют возможность посещать косметические центры, то я думаю, что приобрести такие навыки им будет очень-очень полезно. Мы работаем вот этими всеми штуками. Прокатываете шею, вы прокатываете зону декольте, зону ключиц. Сколько это делать? Тоже вы опираетесь на свои внутренние ощущения. Вот пока вам хорошо, пока вам нравится, вы продолжаете. Очень полезны вот эти массажи, очень расслабляют тело. Все, что мне показали сегодня, мне это очень сильно понравилось. И мне понравилось, что это очень легко и быстро. Планирую все это внедрять в жизнь, делиться опытом с другими своими подругами, девушками. Массаж, скрабы, маски и другие процедуры по уходу за собой – все это для поддержания внешней привлекательности. Понимание женской красоты в целом для участниц проекта «Рожденная побеждать» более многогранное. Для женской красоты я считаю, что, конечно же, внутреннее состояние души – самое главное, окружение, осанка. Себя любить нужно. Я думаю, это самое первое. Просыпаться с хорошим настроением. Я думаю, что все-таки первостепенно это твоя внутренняя красота. То, что ты даешь, то, что ты излучаешь, то же самое ты будешь получать. Финал третьего сезона проекта «Рожденная побеждать» запланирован на осень. Но до этого челябинских участниц ждет еще серия мастер-классов, один из которых, например, будет посвящен кондитерскому делу. Девушки научатся готовить капкейки.